улице дождик, на улице слякоть, а мне все равно. Пусть мама услышит, пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Смотрите, ребят, сейчас вам покажу свое умение кататься. Кататься без рук. Смотрите. Сейчас. Так, Юля, осанку. Не бойся, главное не бояться, Юля. Так, поехали. Все хорошо. Ребят! Что со мной? Чтоб вы понимали, на мне плюшевые мои тапки, которые промокнут сейчас. Но я больная. А вы что, доктор? Я сегодня очень плохо себя чувствовала. Но под вечер, ну под ночь мне стало получше. Я увидела, что на улице дождь. Собственно, он у меня сейчас капает, но он не очень сильный. И поехала кататься. Надеюсь, что он будет еще сильнее, чтобы побегать под дождем. Так, давайте встану так напротив света, чтобы поболтать с вами. Не волнуйтесь, ребят, я рядом с домом. Все окей, посмотрите просто, в каких я тапках. Нашла джинсовку. Джинсовку какую-то нашла. Нацепила. Ой. И знаете, жаль, что никто со мной не катается, что я катаюсь одна. Да и вообще, велосипед-то не мой, а Валькин. Но это не помешало мне брать его уже который день и кататься на нем, Валю, если, ну, вряд ли он тут. Ну, я все равно ее люблю. Юль, ты пьяна? Ребят, вы что? Упаси Боже, я не пью. Я не знаю, просто мне захотелось покататься под дождем. Я прям хочу, чтобы он стал очень сильный. И знаете, побегать. Побегать в плане побеситься. Я прям очень хочу побеситься под дождем, но сейчас он не такого масштаба, как я хочу. Надеюсь, он будет сильнее. Почему одна? Да, ребята... Ребята не хотят со мной кататься. Ребята не хотят. На самом деле, я и не звала никого. Там есть человек. Дай бог, чтобы он не... Блин, как встать на эти педали? Как можно было догадаться пойти в тапочках? В тапочках, я не понимаю. Это все ПМС. Не, ребята, кстати, у меня сейчас нет. Ну, вот этих критических женских дней. Все в порядке. На самом деле, я такая еще бояка, что странно, что я не боюсь. Там какой-то мальчик идет домой. Иди домой, пацан Дрелла. На самом деле, знаете, я всегда мыслю так, если меня, ну, допустим, сейчас убьют, это не страшно, потому что у меня прямой эфир. Ну, типа... Вау! Страшно, очень страшно. Не езди одна, пожалуйста, ребята, вы знаете, уже какой день подряд. Так, отъедем чуть-чуть вправо, чтобы не мешать движению. Воу! А это кто-то из наших. Остановились у нашего дома. Так, ребята, едем смотреть, кто же это. Это же Азаматайтель. Да это вроде не Заир. Здрасте. А вы кому? Кто-то вызывал? Да, ну ладно. Кто-то кого-то вызвал. Смотрите, сейчас покажу еще раз, как я езжу без рук. Сейчас! Я смогу. Она была горьяком!
Блин, ребят, реально, это самое лучшее, что со мной произошло за последние дни. Это дождь. Дождь, пожалуйста, будь сильнее, я вызываю тебя. Я королева дождя. Ты должен выйти, я прям хочу побегать. Как больная. А он маленький, он моросит просто. А еще, короче, ребят, расскажу вам секрет. Теперь можно смотреть в ТикТоке, если вы вдруг не знали, расскажу. Теперь в ТикТоке можно смотреть... Что смотреть-то можно? А, количество... Сейчас. Так неудобно ездить и разговаривать, думать одновременно. Так. Короче, ребят, теперь в ТикТоке можно смотреть, сколько онлайн твоих подписчиков сидит в... ТикТоке. Короче, как это сделать? Заходите плюсик, там нажимаете на плюсик, мотаете до стрима, и там сверху будет написано, там, допустим, ну, у меня написано 6 миллионов человек онлайн. Я, конечно, такая домашненькая. Конечно, такая, говорю, такая домашненькая. В обычной одежде совершенно так у меня тут что-то лежит. Вау! Видимо, это моя курточка. Ну ладно. Окей. Так. Что это? Робот? Так, ребят, короче, там кто-то вышел. Валим. Я чуть-чуть слышу, что кто-то ходит. Ну-ка, это убийца. Табак. Он идет сюда. Он выглядит страшно. Ужас. Боже, мужчина, если вдруг вы это смотрите, ну, я имею в виду, что страшно, это не в плане того, что вы некрасивые, я даже лица не увидела. Он взял зонтик. Уезжаем на крыльях. На крыльях я не знаю чего, но уезжаем. Ладно, давайте остановимся где-нибудь рядом с домом, чтобы я хотя бы успела забрать домой. Или крикнуть, чтобы ребята услышали. Ну, типа, понимаете? Ой! Так. Мужчины вроде нет. Ой. Ой, ребят. Так, что здесь? Свет. Моросит. Свет, не мороси по-братски. Ты есть еще слова? Блин, а в тапочках все-таки плохая идея была. Выйти, конечно. Сейчас я дверь припомпую. Какой-то тяжелый. Hello. Привет. Я думала, он американец. Он русский, я говорю. Ты не смотри на меня по-братски, я боюсь. Ой, ребята. Юля, что происходит? Короче, Герман, я взяла велик, тут идет небольшой дождь, пошла кататься, чтобы ты понимала, я в таких вот тапках. Почему мне страшно, когда проезжает какая-то любая машина? Наверное, потому что время 12 часов ночи, хотя что, из-за этого бояться? Да нет, странно. Какого фига здесь ездят машины? Юля, поснимай там эфир с ребятами. Это не так экстремально. Я чувствую, как у меня уже нога как будто стоит на этом. Кстати, тут человек, который приехал, он так и не уехал. Что происходит? Мы что, в каком-то фильме ужасов? Человек там припарковал свою машину, и он до сих пор не уехал. О май гарбл, он же мог сейчас убить всех ребят. Да, конечно, неприятная ситуация. А что делать-то? А если он реально их убил? Кстати, дождик закончился, почти тоже неприятно. А Германа нет дома, он готовится к сессии. Я, кстати, сессию почти закрыла. Мне осталось... Уже четыре предмета закрыла, осталось два.
Сейчас вам покажу, что я умею. Ой, у сиденья мокрое. Так, сейчас поделаем. Смотрите. Я вот так умею. Это, конечно, годы тренировок, чтобы уметь делать круги на... Как его называть? На... Воу! Ой. На велике. Это нужно учиться 5 лет такому трюку. Но я выучила его за год, потому что я профессионал. Вот так вот. Если будешь кружиться долго, тебя может закружить. Или замело, забьюжило, замело. А мы с компашкой дружно. За столом я водя люблюшевым, а мы снежину кругло, ничего не жду сюда. Так. А еще я могу в другую сторону. Но этому нужно учиться 10 лет. Я выучила за один день. Ну, потому что я профессионал. Ребят, а вот на самом деле... Уезжаем! Он не попал. Все, бежим домой, бежим домой, бежим домой. Ребята! Я не хочу умирать! Я сейчас слишком молод для того, чтобы умирать! Отстань от меня, человек! Я просто вышла погулять, я же никого не трогала! Что тебе мне нужно? Жить или умереть? Вот что вопрос. Жить или умереть? Так. Ребята, если бы он меня сейчас убил. Калитка открыта. А если он маньяк? Если... А если... Ой. А, привет. О, мы остались живы. Не знаю, как так нам повезло. Но это событие. Закрываемся ванной. На случай, если я зачем. Фу, тут что, писал прям рядом с туалетом. Так. Так, ну мокрый. Вдруг он вооружен. Это было страшно. Он мне такой, знаете, что сделал? Такой. Вот так вот. Ну, правда, громче. И не умею свистеть. Все, всем пока.